суп гороховый в томатном соке варится. Ну, из пакетиков, ни хрена, какая разница. Все равно будет вкусно, пользительно, как бабушка Матуша говорила. Вот. Так, потихонечку, потихонечку, помаленечку, да? Сейчас немножко рынку прибавим, поглядим в голове глаз. Ох, супер, ароматус. Как говорится, горох — музыкальная еда. Чем больше ешь, тем громче взда. Вот. Густовато получилось. Наличка, да, давайте. Ну, потому что ты с пакетиком супер, господи, перетока, да, уже. Уже. Нормально. Вот, это ничего. Эфир лайки закорячил, нормуль пошел, как-то кухню не сгладил, на дубричках. С живыми подписчиками пообщался там парочка. Все вопросы, это откуда? А что, пока, где? А я вот из Мурманской трассы, это первый раз, это тоже Россия. Удивило. Да ладно, девчонка. Я не разглянул, а за кого мне еще можно принять, кроме как не за русского? Вот. Мне кажется, тут прямо на рейсе все написано вообще без вариантов. Бизнес, поиск получился. Ну, долго грузиться будет, как сейчас по-другому грузится, как говорят. Так, добавляем скорость обороты. Посмотрим, что получилось. Он остался варить 8 минут, я уже ранее по таймеру поставил. Полный зачет шубы.